34-летняя жительница Крамского района пришла в гости к своей дочери и ее мужу. Пришла не одна, с маленькой дочкой. Ей исполнилось 3 года. Приняв на грудь горячительного, она дождалась, пока все выйдут из дома. После положила ребенка в ванную, а голову опустила в таз с водой. Девочка потеряла сознание и перестала дышать. В этот момент в дом вернулся зять подозреваемый. Он оттолкнул женщину и вытащил малышку из воды. Я ее перекинул, короче, начал по спине надавливать, чтобы типа вода вышла. Вот. Потом она вроде так чуть зашевелилась, я, короче, вернулся назад в комнату. В это время тетя девочки вызвала скорую помощь. Малышку отвезли в больницу. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное. А в отношении матери завели уголовное дело по подозрению в покушении на убийство малолетнего ребенка. Мотивом своих действий она называет то, что девочка родилась от нелюбимого человека. Следователям предстоит выяснить и другую деталь. Почему мать, которая состоит на учете в наркодиспансере, не лишили родительских прав? В настоящий момент известно, что семья была неблагополучная, женщина злоупотребляла спиртными напитками, и, следовательно, еще неизвестно почему, но органы системы профилактики должных мер к этой семье не принимали. Сейчас подозреваемая находится в наркодиспансере. Девочку после больницы отправят в реабилитационный центр, где она и будет дожидаться решения по делу своей матери. А на женщину завели уголовное дело. Максимальный срок, который она может получить, до 20 лет. Екатерина Игнатюк, Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».